некое странное явление. Ну, видите, вначале видно там. Долго-долго идет вода. Пустое место. Там должны быть титры. Там должен быть титр по мотивам или импровизация по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». Дело в том, что Вампилов создал не просто произведение, не просто пьесу. Он создал некое, как вам сказать, как это называется? Он создал такую какую-то вот матрицу. Когда мы ее накладываем на любое время, мы очень проявляем, так сказать, это время и те беды, которые происходят в это время, и что происходит с человеком. И я думаю, что это будет еще много-много лет. Эта матрица работает не только в экранизациях или в спектаклях по этой пьесе. Она работает и в совершенно как бы далеких картинах. Скажем, то же самое «Полеты во сне и ныне». Это матрица, придуманная Вампиловым. Он, конечно, грандиозный драматург, грандиозная личность. И очень жалко, что он так рано ушел из жизни. Я надеюсь, что вот та интонация, которую он принес в наше искусство, она будет долго существовать. И я очень надеюсь, что мы остались верны этой интонации. Почему это произошло, почему нет этого титра? Ну, в какой-то степени, может быть, сейчас Наталья вам ответит на этот вопрос, но я считаю, что для меня это драматично, я даже писал письмо наследникам, такое, как сказать, очень велеречивое письмо, но ничего не подействовало. Но вот это тот случай, когда наследники, не видя картины, никак бы препятствовали тому, чтобы был титр и фамилия Александра Вампилова. Они отказались смотреть картину. Сначала у меня это вызывало, сейчас на зашке отпирали. Сначала у меня это вызывало дикую, так сказать, ярость, как, почему и прочее, прочее. Но мне кажется, что это тот редкий случай, когда я четко понимаю, что мы наконец живем в правовом государстве. Это их право. Это их семья. Это их потери, это их боли, это их эмоции. И если они им подсказывают вот такое решение, и если вот они такие, там, мать и дочь, и там, близкие друзья, они такие, с такими чувствами, мы не имеем права приступить. Здравствуйте. Что я могу сказать по поводу... Хотелось бы услышать вопрос, ответить на него, и будет тогда проще. По поводу. Почему ты пошел на эту роль? Да. Ну, мне предложили, я не мог отказаться. Тут очень просто. Вот. Ну, так, если в двух словах, то, в общем-то, я так с собой немножко в конфликте находился, потому что пьесу я очень люблю. И я ее перечитал, конечно же, благодаря Александру Анатольевичу этому приложению. Пьеса потрясающая, по музыке потрясающая, по ритму потрясающая, по слову. И, наверное, это, ну, самое такое зрелое, что успел сделать Вампилов. Несмотря на то, что успел он сделать, несмотря на небольшой период жизни много. Вот. И, соответственно, конечно, у меня этот вопрос тоже, ну, был, почему же все-таки надо это переписывать. И, знаете, ответ был очень простой, что, ну, эта пьеса, она уже снята. Вот, она уже есть, она зафиксирована, и совершенно невероятные, потрясающие артисты ее уже сыграли. И дело в том, что если бы мы с ребятами, вот, с Линой и с Виталием, значит, пытались бы что-то новое в этом тексте принести, это была бы какая-то непосильная, наверное, задача, но, помимо всего прочего, и не было бы вопросов, и бы не было, потому что было понятно, что мы
сделали инсценировку, как это называется, да? То есть мы еще раз сыграли пьесу «Вампиро», мы разыграли между собой. Вот. А здесь вопросов очень много. И меня это очень греет, потому что, дурацкая вот эта фраза, извините. Когда вопросов много, это хорошо, потому что мы начинаем работать, мы начинаем трудиться и пытаться на эти вопросы отвечать. Первый вопрос, конечно, зачем? Но вы знаете, этот вопрос можно задавать в связи с любым фильмом и даже с любым творческим актом. Зачем? Ну, есть очень простой вопрос. Ну, вот зачем, потому что есть в этом необходимость. Не в любом творческом акте, но в данном случае, вот я доверился Александру Анатольевичу, потому что мы с ним достаточно давно знакомы. И такой вот совместной работы не складывалось. Я очень благодарен этому периоду времени и очень благодарен этому предложению. Мне кажется, это очень личная история. Спасибо. А по поводу любви вы спросили, любит ли этот человек кого-нибудь? Значит, роль Зилы, да, там такая история, что вот Александр Анатольевич говорил мне такую штуку, он говорил, ты знаешь, он такой вот умненький, да, он такой весь в себе, он такой весь такой закрытый человек, а я хочу, чтобы Зилов у нас был витальный. Я узнал новый слово, честно говоря, такого слова не знал. Вот, витальный, как Вампиров. Потому что мне кажется, что эта история, это его, ну, результат его опыта. Вот мне кажется, что этот фильм – это результат опыта Александра Анатольевича и тому, как он воспринимает, ну, то, что он вот в своем, да, скопил. И у него такая есть фраза, он говорит, это могу ошибаться, он говорит, по-человечьи после говорит. По-человечьи говорите? Человекообразно. А, человекообразно, вот. То есть, Александр Анатольевич, когда, вот, ну, когда режиссер говорит, обычно снято, Александр Анатольевич говорит, ну, вот это человекообразно. Вот, вот, ну, как бы он в этом узнает то, что может узнать. Вот, поэтому, как бы это там не попадало, как бы это не тревожило и прочее. Значит, по поводу того, что Зилова все любят, на мой взгляд, это тоже большой вопрос. И в этом фильме, понимаете, то, что в этом есть, его все так любят, ну, как бы, это тоже неоднозначная такая штука. Вообще, тема любви, да, это фильм, наверное, не столько про любовь, сколько про распад. Сколько, знаете, эти распалась связь времен и вообще какие-то связи. Это, я не соглашусь с тем, что это тема современности. Я думаю, что, ну, раз Шекспир написал эту фразу несколько сот лет назад, то, значит, его эта тема беспокоила. Вот, тема такого распада и вообще, ну, в человеке есть инстинкт и самосохранение, но почему-то есть и страсть к саморазрушению. А вот почему, это вопрос не ко мне. Друзья, ну что...